март 08 2012 год. Теперь, когда все в прошлом, сейчас они уже должны быть мертвы. И никто больше не стоит между мной и этим миром. Мир, ты слышишь меня? Я иду, и никто не сможет меня остановить. Вот такое вот у нас с вами предыстория, то есть Лавкрафт, как мы помним, в третьей части перемещается в будущее, где Нелли и Том уже мертвы. Но что-то произошло. А что произошло, мы в скором времени с вами узнаем. Так как мы возвращаемся к этой части, чтобы сказать, что приветствую вас. Здравствуйте, любители, это с вами я, Спектром. Мы возвращаемся вновь к легендам. На этот раз у нас с вами легенды 4. То есть это последняя часть. Время пришло. Действительно, время пришло. Лавкрафт с кольцом Т, с предложком Т. И все-таки, знаете, я бы хотел такую же прическу, как у него. Он только-то мне нафиг не нужен, а вот прическу и вот такую шубку, дубленку, блин, прочим иметь. Если мех не натуральный, знаете, я против охоты всегда был и буду. Ладно. Начинаем. Надеюсь, это только не будет 3 часа длиться. Ну все-таки. Ну, конечно, сложный. Окей. Открытие века, молодой ученый Элеонора. Но из Дейнер шифровала древние текста Майя, согласно большей древних действий, что день запятровано через 8 лет в 2012 году. Я вернулся для того, чтобы занять свое место в этом мире, не для того, чтобы умереть вместе с ним. Мне нужно узнать больше об этом пророчестве. Похоже, я обречен снова и снова встречаться с этими детьми. Не знаю, это куда, не знаю. Ей много известно о прошлом и настоящем. Будет лучше иметь ее в союзниках. Август 12, 1932. Новый Орлеан. Уважаемый мистер Дейл, нужно сообщить вам, что ваша сестра мисс Орлеанова Лейс Дейл пропала 2 дня назад. Российские расследования ищут причины. Еще идется, не ли, держи, сейчас спасу тебя, но вот кто будет кормить этого глупого хомяка? Не знаю, не знаю. Их лагерь заброшен. Ха, без Нелли все это предприятие развалилось. Надеюсь, она оставила какие-то следы. Нет. Есть дневник Нелли. Раз копы его не нашли, значит, я не зря приехал. Вот дневник вещь, нет никакого толку. Кто-то вырвал страницу. На меня это не остановит. Есть один старый трюк. На меня это не останется, если второй трюк, да. Не знаю даже какой. Нужен какой-то... Нужно найти карандаш. О! Вдруг нужен острый карандаш. Так. Апрель 31-1932. Сейчас она произошла что нечто странное, у меня было жуткое дежавю. Я видел его в оконном отражении, но когда я вернулась, там никого не было. Не видишь, что всему виной бокал шампанского. Ну, сестренка, теперь моя очередь тебя спасать. Единственный плюс во всем этом, она наконец-то перестанет мне напоминать про Румынию. Такой темноте ничего не видно. В лагере должно быть что-то, что включит свет. Там же генератор. Это он, да? Ага.
Старый добрый поиски предмет. Я все это уже забыл, как это все выглядит, я уже подзабыть успел. Париж. Так. Ага. Бензин. Так, колесо. Веревка или что это? Это вот что? Не знаю, что это и где его искать. А, вот. Сразу кабинете пакнете. Канистру с бензином отыскать нужно. Мы ее найдем когда-нибудь. А, вот она. О! Не лучший вариант. Не хватает лампочки. Да чтоб вам было пусто. Здесь предмет подписку, если название не написано синим, там взрывается под длинное действие. Хорошо. Так. Копье. Лампочка. Так. А. Так, тут у нас где-то чайник. Гаргулья. Это же гаргулья? Да. Так, молоток. Есть бутылка. Череп. Крюк. Вот свечу скандал, я будет посложнее найти. А, ну вот кандалы, собственно, вот свеча. Защитные очки, это то, что мне эти. Это подсня называется. Защитные очки мне искать. А, вот они, давай. Фляга и два винта. Фляга и два винта. Я ни одного винта не вижу. И одной фляги тоже. Хм. А, вот фляга. А винты, что за винты, фиг его знает вообще. Мне кажется, это болт. Хотя я не различаю, что болт, что винт. Сейчас, наверное, это у меня. Так, свет. О! Это может пригодиться, конечно, может пригодиться. Том, о чем ты говоришь? Это же, этого бы с тобой и не искали, как если. Пацанное изображение на стене. А я на что-то написано. Хо-хо-хо-хо-хо.
Так. Паук в банке. Начать с того, что нужен сам паук поначалу. А я его здесь не вижу нигде. Паука. Так, кстати, один из кубиков. Так. Топор. Я не вижу топора. Пока. Что? Ладно. Меч. Сапоги. Солнце. Будильник. Где медвежчики? Так. Зонт. Тряпка. Вот тряпка. Что здесь зонтом является, я пока что не знаю. Зонт может быть закрыт, а может быть закрыт. А вот зонт закрытый. Кубок. Кубок я где-то видел. Попад как-то. Дорожный знак. Фотоаппарат. Ремень. Песочные часы. Пила. Бинокль. Вещи. Так, осталось только топор и паука в банку посадить. Это не топор, что ли? Ну ладно. Где паука мне взять? Где он тут? А, вот и собака. Так, паук в банке, осталось только найти топор. И мы в шоколаде. Вот его усадят сверху. Ага, вот где топор. Так, лопатка нам пригодится, да, это мы знаем. Это мы вот еще так еще раскопаем. Блин. А, вот. Возвращаясь к надписи. Ага. Нет. Так. А. Нет. Ага. Ага. Тут написано, как я понял, хо-хо-хо-нобис домини, нон-нобис сет номинити туа да глориум. Глориум, подождите, где я слышу эту фразу? Том над глориум, да, да, я знаю, где я слышу. Кто знает такого блогера, ну, летсплейщика, точнее, Саша Кроп. У него там, помню, у него, когда он рассказывал недавно о последнем ролике, по-моему, как раз таки с этим. Имею в виду никто кого, где вот он играл-то в этот... на этот... как там... Игра-то вот эта вот, вторая часть-то он о ней рассказывал, еще первая часть он рассказывал, как же она. Д-д-д-д-д-д...
Не помню, в общем, последний ролик с Сашей пропал, он там о игре об одной рассказывал. И там как раз таки одна из героев говорила, как это над Глориум, как раз таки. Том дан Глориум. Что за... что происходит? Что? Что произошло? Я всего лишь взял кольцо. Кольцо! Камера рассыпалась. Отвратительно. Мне меня убьет за то, что я заплатил ценный артефакт. Где я? Какой знакомый голос? Отцинкрафт. Опять он? Что он теперь задумал? Голоса идут из-за маски. Как бы ее открыть? Я не могу разобрать слово. Но похоже, что-то вставляется. Не подается, да и было бы глупо выскочить туда только для того, чтобы нарваться на тот крафт, и так было, с кем он там разговаривает. Здесь пусто. Я так и думал. Да? А где взять второй глаз? Ага. Ага. Ну что ж, месье Тоттенкрафт, дальше участие вам и вашей девушке, благодарю вас, Гер де Моле. Я верну его, как только предоставится возможность. Да хранит вас Господь, месье Тоттенкрафт. Вашей девушке, да я покончу с тобой раз и навсегда, Тоттенкрафт. Стой, Нелли, этот пергамент, в нем наверняка что-то важное, я должен знать что. И камень, он напоминает то, что был в кольце. Ага. Негодяй, я так и знал, что это твоих рук дело. Ты за это дорого заплатишь, вот только выберусь из этой камеры. И, пожалуй, мне стоит поторопиться, если я хочу успеть взглянуть на содержимое этого свитка. И механизм сломан, так и действует механизм. Вот он где. Так я и думал. Думаю, где-нибудь есть детали, надо только поискать. Болтик, шестерня, цепь и пружина. Thank you.
Пружина, цепь. Шестерня. Такой звук. Тик-тик-тик. Болт осталось найти. Пусть так. Болт, 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 болт. Гайка именно. Где? Прямо здесь, что ли? А, блин. Ага. Здесь все должно работать. Осталось открыть дверь. Никого пока не видели, мне никто не помешает достать эту бумажку. Еще минута, и придется спать голову те, что от свитка останется. Так. Значит, он ищет священный грааль. Тоже мне галх выискался. Пожалуй, не стоит найти грааль самому. В крайнем случае, можно будет обменять его на Нелли. Я ее взять не могу. Почему? А, только не снова. Похоже, я прыгаю во времени. Это наверняка будущее. Интересно, а эту штуку можно приспособить так, чтобы не опаздывать? Вернемся к нашим граалям. Это кристаллос, похоже, что-то знал. А значит, в его кабинете можно найти какие-нибудь записи. Я не знаю, как открыть дверь в прошлом, но никто не мешает мне попробовать сделать это в будущем. Чем лучше убрать, а то я еще из-за нее от Нелли получу. Ага. Это типа лебедка. Ага. Так. Мне кажется, все, ребята, вполне таки просто. Но это пока. Если честно, ребята, это единственная часть, которую я очень плохо помню. Ну это же вот... Ё-моё. Так.
А вот и дверь. Нелли, надеюсь, ты будешь ценить своего брата. Ради тебя великий герой становится штукатуром. Тоже мне штукатур выискался, а? Какой же ты нафиг штукатур? Так. А где стукатук, потук, 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 по молоток, то бишь? Где он? Он в того, молоток. Я же знаю, что ты где сволочь рядом. Стукатук, потук. А, вот ты где. Ха-ха-ха-ха-ха. Просто не было никаких панелей. Как бы теперь ее открыть? Давай сначала ее осмотрим. А вот это теперь музей, значит, какая-то информация об этой штуке здесь должна быть. Что нафиг? Вы хотите, чтобы я каждую коробку досмотрел? Да вы что, офонарили что ли? Я ж тут с ума сойду, осматривая каждую коробку, да помаленьку, мать вашу. Ой. А то, что коробки пустые, это так надо, да? То есть... Смысл данного деяния был какой? Так. Я смотрел каждую коробку. Что теперь делать? А. Понятно. Испанский череп. Чтобы он стал испанским, нужно что-то на него испанское надеть. Типа шлема там, не знаю. Сверло еще нужно. Вот оно. Так, дверь со сверлом. Знак не курить. Удлинитель. Огнетушитель. Вот. Валик. Валик для покраски, так полагаю, да? Так, конечно, ключ. Это... Как раз таки шлем для нашего черепка испанского. Пицца. Так. Да не как это болт. Наоборот. Я путаю, чё гайка, чё болт, у меня вообще... Один хрен.
Не голова их найти, а то я его что-то потерял. Валик! Валик, ты где, Ваня? Валик, ты где? Вот твою. Валик, сочь. Меня нервничало. Ты что-то должен сделать. Манометр что такое вообще не представляет. А это что-то меряющее. Ага, ключ. Вот и валик. Что такое манометр? Покажи мне. А, манометр это что, давление газа измеряешь, что ли? Это может пригодиться. Без сомнения. Похоже, в эту панель нужно вставить какой-то амулет, скорее всего, археологии. Ой, это блин. Скорее всего, археологи его уже нашли и куда-то спихали. Возможно, будет проще найти его в прошлом. Его уже взял, готов поспорить, это будет анкрат. Он догадывается, что великий герой идет по его следу. Том, ты не герой, ты шалопай. Ребят, ну я не знаю, мне реально кажется, что он не герой, шалопай. Ах, Том, ему так просто меня не остановить. Если он взял оригинал, я сделаю копию. В музее должно быть все необходимое. Да. Ну давай. Так. Ух, сколько всего. О! Такие стены у них нехорошие. Так, а вот это вот... крутящийся швень. А, да. Всё. Вот, ребята, новинка такая вот в этой игре. Больше задач, больше тайм, больше всего другого интересного. Вы не представляете, смотрите. А, ходи. Темно, однако, впрочем, я видел пену сзади. Принести принес, а вот в розетку включить забыл. Та же комната, что и в прошлом, но здесь был тайник в полу. Кристаллис закрыл его. Надеюсь, перед этим он заботливо сложил туда все, что нужно. Печь.
Ладно. Просто думал, что эту туда надо. Я эту, ребята, игру полностью всю не помню, вот. Тут, в принципе, то есть я, конечно, понимаю, что здесь будет в конце, знаю, что и как, но как ее проходить, ребята, я не помню. Это единственная часть, которую я не запоминал. Причина того, что я не запомнил, ребята, того, что она чрезвычайно длинная, чрезвычайно скучная. И есть в ней, нет, в ней, конечно, есть парочка интересных моментов, можно что-то где-то посмотреть, что-то где-то потом добыть, что вот это сильно перепорезать можно. И тут больше загадок, но я не люблю это, понимаете? По мне так вот, в играх, которые имеют большие продолжения серий, они все имеют одно особенность, что последняя часть выходит, ну, не то чтобы дерьмово, но неинтересно. Вот помните, когда мы с вами проходили Дом тысячи дверей? Первая меня просто обрадовала. То есть я знаю, что первая часть для меня это эталон. Я могу ее пройти миллион раз и... И не устать, понимаете? То есть я могу ее проходить постоянно. А если взять четвертую часть, то есть вторая такая, более жесткая, но интересная. А третья часть тоже неплохая. Но последняя часть это же уже не. Это уже не там тысяча дверей. Это как-то. Ну. Хрень. И это что-то уже не. Что-то ненормальное. Это что-то другое, что ли, это что-то иное. То есть я могу любую игру пройти, то есть, да, я могу пользоваться там советами, да, подсказками могу пользоваться чем угодно, и пусть выходит так, что я прохожу ту или иную игру. Вот. А если игра не интересна, но она из той же серии, я ее прохожу через силу. Вот, например, четвертую часть Дом тысячи дверей я проходил через силу, потому что она же... Но это не то, что я от нее ожидал. Совершенно что-то другое, что-то... непонятное моему... моему мозгу, что ли. Это... этих двух не хватает. Вот. Надо же мне выковыривать не придется. Одно, да. Так. И учитывая тот бесспорный факт того, что... Ага. Факт того, что игры становятся хуже серии со серии за серией, ну, ребят, ну это же, ну, по крайней мере, неправильно. Так быть не должно ведь. То есть, если игра имеет под собой какую-то основу, да, если игра имеет какой-то свой канон, если она имеет какие-то свои, как это называется, привычки, да, то есть то, на чем когда-то игра держалась, да, все это должно быть в игре само себе разумеющееся. Но когда в игре
появляется то, чего там быть в принципе-то не должно, или не может быть этого там. Но оно там, тем не менее, появляется, тогда уже задается вопрос. Собственно. Задается вопрос, почему данные люди так поступили, почему они испортили игру. То есть даже не сами люди виноваты, а то, что разработчик, как вы наверняка заметили, разработчик игры, в том числе дверей, на слово внутри, разработчик этой игры совершенно другой человек. Я не знаю, почему так. Кто вообще-то придумал? Здесь сказано про священный Грааль и великий катаклизм. А главное, Иерусалим упоминается как последнее место, где хранится Грааль. Ну да, в Иерусалиме, но он должен храниться по своему Иерусалиме. Глава пройдена. Сентябрь 17-1632 год, Париж. И будет обретен священный Грааль, и с его помощью избранный предотвратить неизбежное. Так вот, за счет от Ванкрафта Грааль, он хочет, чтобы мир был уничтожен, а Нелли он похитил, чтобы я не смог остановить его. Ну что ж, это мы еще посмотрим. Великая катастрофа почти неизбежна. Господи. И только священный Грааль может остановить ее. Июнь 11-2012, град Давида. И никто об этом не знает, кроме меня. Что за град Давида? Все тексты указывают на этот храм, осталось попасть внутрь. Это Китыш Лалапай. Это... Они использовали нотную запись уже тогда? Так, подождите. Ну, я тут заперто. Грабли? Так, это еще что такое? Метло? Я еще дворником здесь нанимался, что ли? Ага. Без кода я могу пробирать кнопки до бесконечности. Ну да, можно пробирать их до бесконечности, это точно. Ой, в заросли. Так. Давай вот так вот. И что делать не так? Почему? Кладка здесь новее, чем на соседнем участке стены. Чем мы ее расковырять? Да и... Мне звуки, знаете, напоминают это, помните, искать сокровищ. Я тут перепилим парапилом, перепилим, нигде не выпилим. The study of street Хипсы. Накат это инсайдсы. Может 416 нужно брать? Destroyed in... или 1187. Давайте пробуем 1.1. Нет. 1.306. Вау! Батарейка! Оу, батарейка. Баттерфляй. Ага, тут тюбик. Лезвие пилы.
одни из часов, вторые часы, или часы, а кто? Важно. Перчатка одна. Наушники, CD, бутылка, вентиль. Мне нужен... Слушай. Пропеллер на вентиль. Фу ты, блин. О! Так. Вот что в доме у меня не хватает, и кто банк. Бутылка, наушники, сиди, или не сиди, это уже не важно. Понимаю, ребят, что я иногда говорю полную хрень. Это есть вполне по логичной причине у меня. Ты что, вас занят? Всю хрень горжу. Зонт. Ага. Часы. Дорожный знак. Так. Клей. Угу. Я вот это все вот здесь разряжаю, пусть не будет разряжать. Клей. Так. Бутылка, значит. Где здесь бутылка, я пока что не знаю. Где здесь вантус тоже. Хотя бутылку это я нашел. А вантус нет. Это вантус? Нет. Пропеллер. То есть это не обязательно вентилятор. Правильно? Ссылка вот. Так. Зонт, пропеллер и вантус. Ни того, ни другого я не вижу. Ни вантуса, ни пропеллера, ни зонта. Ага, зонт. И мне либо пропеллер, либо вантус найти, и вообще будет замечательно. Вот вантус. Давай показывай. Клей. Не, ну... Ага.
Так. Ну куда? А. В будущем статуя держит в руках книгу, думаю, я могу одолжить ее на время. Ших. Дай. Дай, говорю. Отдай, говорю. Ты какой? На. Отлично, теперь я могу попасть в храм. Дверь, может, в будущем удастся пролить? Поверь, не удастся. Нас в будущем здесь еще нужно распилить чем-то. Да. Ова. Метроном, микрофон, найти бы. Ага. Вот сок из него получился. Галстук. Не знаю, где тут галстук. Вместе Лодри, кстати. Гантея. Скорпион Винс. Пила. Огнетушитель. Кинопленка. Я представляю себе, как она выглядит. Вот она, кстати. Свеча зажигания. Вот она.
Так. Часы. Галстук. Вот зажим. Вот вопрос, где браслет может лежать? Галстук. Так, здесь на полках ничего такого я не вижу. Вот часы. Осталось только мне галстук бы найти, было бы очень замечательно. Ладно, давайте. И... А, нет. Вот галстук, дайте посмотреть, где просто это находится, что-то не понимаю. О, а как? Так, ну придумал, взяли. Ну же, как бы, да, ну сойдет. Ну так давай. Вот, бери. Так. Перемещаемся. Хоть топор вешай, если я не потушу эти курицы, то дохнусь. О! Ниндзя какая-то. Я спас храм от пожара, и никто об этом никогда не узнает. Том, мать твою, прекрати. Ага, тут не хватает. Открыто, кто бы сомневался, надеюсь, ключ где-то неподалеку, может он спрятан чем-нибудь, стоит пробовать их снизу. Вот он, но достать его не получится, может в будущем до него проще добраться? Я гений, правда, ключ еще не стоит достать. Решетки нет, но стенка есть. Хотя в прошлом здесь была львиная голова. И что теперь? Чё вот? Я вам найду вторую голову бабы, что? Что делать-то?
Ага. Как бы тогда если... Французский, мать, твой щит. Так, вы здесь французский, я не помню. Сейчас, ребята, я вернусь. Погодите, пару секунд. Понял. Как сейчас? Так. Продолжаем заниматься. Так. Арбуз, 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 арбуз. Арбуз. Он открыт, значит, да? А, вот. Блэкджек это что? Чтобы это не было. А, блэкджек это же, по сути, в дурака игра. Значит, где-то еще одна карта должна быть. Так, кубок давайте возьмем. Что-нибудь есть? Это. А. Анг. Анг. А, вон, вон, вот он, Анг. Вот он, блэкджек как раз таки. И шлюхи. Так же, по-моему, говорится. Так. Статуя... статуя с ожерельем. Но чтобы она была с ожерельем, нужно сначала это ожерелье, как я полагаю, найти. После змейка. Вот, гусеница. Веер. Веер. А, не открыт? А почему не открыт? Ты что, где-то Будда восседает? Вот он, Будда, кстати. Корона. Тыква. А, погодите. Ты... Так, ты не тыква, ты кто ты? Интересно. Ага, вот, кстати, ожерелье. Так. Голова льва. Нам еще нужна. Ух ты. Голова льва, как я полагаю. Ага, спрятана она. Голова льва спрятана от чужого взора. Интересно, куда спрятана? И во что? Кстати, вот щит. Жираф, зебра. Так, вот зебра. Кольцо я видел, вот оно. Где же голова льва там может быть? Хм. О! А чё она тогда открыта-то была? О, вот она, голова льва. То, что нам и нужно было. Так. Змея где у нас? Ага, вот она. Так. Тыква у нас, значит, видна в любом случае, да? Сейчас думаю тоже. Так. Лимон. Тыква, жираф и кисть. Это что такое? Пеликаны какие-то. Так. Хм. А вот, кстати, жираф. Мне бы тыкву и лимон бы найти вместе с кистью. Было бы вообще замечательно. А я, к сожалению, тыкву-то не вижу. Не знаю, где она. А вот, кстати, лимон. Теперь мне либо кисть найти нужно, либо тыкву. Либо и то, и другое. Но я ничего такого не вижу.
Вот тыква, по сути. Вот тебе и суть тыквы всей. А кисть? Боже, где она тут должна находиться? Или тут? Тут ее нету. Ладно. Блин. А, блин. Это может пригодиться, конечно, может пригодиться. Так. Перемещаем все прошлое. И это будущее. Вот нет. Но стенка есть, хотя прошлое здесь было. Да, я в будущем сейчас. А вот и ключ. Перемещаемся обратно. Прямо крестик указывает. Да. Ух ты. Опа, здесь всего надо собрать. Все подряд тут освечивает. Так, где-то я... Куха. Угу. Куда ты, блин, сложился? Откройся. Так, вот шар. Это что такое, интересно? А, вот. Ну. Сейчас закрывать на замок чистую книгу. Разве что они используют невидимые чернила. Не заверить. Я слышу, это помогает. Ну да. А зачем я подушил курильницу? Ах, да, чтобы дышать. Но эта картина меня тоже устроит. Так. Сейчас давайте внизу положим. Смотрите. Так, видите, курильницу, кадило. Можно нагреть после чего-то. Ага, погодите. Смотрите как. Ему кадило. Так, погодите. Поджечь кадило с помощью солнца. Как? Здесь что ли? А, вот, смотрите. Смотрите, значит, как. Тут вообще на самом деле система-то простая. Зачем я что повесить тот инкарт или что-нибудь? Что-нибудь, да вот кадило. Подождите. Эту штуку можно ставить что-нибудь круглое. Да что-нибудь круглое. А вот. Вот. Видите? Это я еще тогда помню. То есть это на самом деле. Ничего, конечно, сверх. Тома здесь нету, чтобы не запомнить. Это я точно помню. Еще один болт. Так. Воскресенье света кадила. Да, это так и понял. Знаете, как кадила, блин. То ли гадила, то ли еще что-то. Thank you.
Что за ерунда? Секунду, картинки органа. Что за ерунда? Секунду. Картинка органа перевернута. Ее нужно читать в зеркале. Интересно, как такие штуки пишут? Тоже в зеркале? Зеркало, значит. Зеркало. Где можно зеркало найти? А, ну конечно же. У нас же есть постоянное место. Скимитар. Скимитар — это такая палочка. Нет, что ли? Что такое скимитар тогда? Ну, может, вот это три. Три чего? Ты это типа кубик, что ли, какой-то? Или это что-то еще? Что такое скимитар-то, блин? Ключ. Открытый замок. Ключ есть, замка нету. Как всегда обычно. Да. Там полтора часа замок можно найти, то блин. Ну конечно, что угодно, кроме самого замка. Ну это понял, обычно. Жук. Жук. Так, монету-то мы нашли. Звезду тоже. Череп пирата. Пират череп. Так, подождите. Я забыл чернильницу взять. Так, для начала нам нужно сам, я так полагаю... Так. Сам череп сначала найти надо. Вот. Что, не нужно? Скимитар. Что это такое? Кстати. А. Скорпион. Так, жука мы нашли. А где скорпион? Который Винс, по сути. А, вот он. Помимо скорпионов. Зеркало. То, что нам надо. Колокольчик, конечно, нам нафиг не нужен. Хотя я и без того, что он не скрыт, не вижу его. Я еще одну бабочку видел. Вот, вот она, крылья. Вот я хотя бы, я бы знал, что такое скимитар. Я не знаю. Гранат, кстати, вкусный, видишь? Цыпленок? Цыпленок, значит, в чем-то. В яйце. Логично. Где мне все, блин, где мне все эти зеркала-то? А, вот тут, да? Вот он. Три. О, кстати, пеликан. У него тут был. Так. Ски... Ага, это типа меча что-то. Три. Три, 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 три. 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 Пальцем не три, сейчас поднимем, где все находится. Хорошо. Три. Прикол, да? Я бы не против бы колокольчик бы сам найти, но я его здесь тупо не вижу вообще. Хотя видно, нашел. О. Это, по-моему, это может пригодиться, это ясно. Давай, побежали опять вовнутрь. Да. Как всегда, я был прав, только Нелли об этом не знает. Тут что-то насчет органа, что-то вроде сыграй, друг, и войди.
играет в войне. А то что тут трубки хватает, это так и надо, да? Осталось только найти вот эту вот штуку. Я аж тут не вижу никого. Ха. Это зачем? Пирамиды тут строить как бы не... Не то чтобы нелогично. Это, мать его, опасно. Ты же если грохнешься оттуда, я ж тебя потом по частям том собирать, собирать вообще принцип. Ты это знаешь. А книги-то я где вам возьму? А. Да. Не полез бы я на эту страсть, если бы так. Тут должен стать совершенно белым ободок. Тогда я найду то, что ищу. Пока еще не до конца понял, что я ищу. Наверное, что-то очень-очень важное. Вот что я искал. Уже 4 пирамидки. Так. Отлично, орган работает. Еще одно чудо, про которое, между прочим, нигде не сказано. И что мне с ним делать? Мне бы ноты или инструкцию, хоть что-нибудь. Прикольно. А ноты, я так полагаю, они здесь, да? Как же я, мать его, ноты-то буду добывать, если я понятия не имею, где мне искать даже эти ноты, в принципе. Хотя погодите. Ноты могли быть там изначально, еще когда орган здесь был. Правда? А. Так, нет, супе. Точно! Мы же здесь видели. Ага. Они-то... Они-то мне и нужны. Сигнализация как бы... Мне её отключить. Надо ее найти сначала. Давай посмотрим. Ага. Так. Так.
У меня... О! Ха, прикольно. Крест? Крест, а... О! Булавка. Булавка — это всегда самое сложное, это всегда такая мелочь, что найти очень-очень сложно. Вот. Где вот? Ма. Так, ноты мы взяли. Ходим, значит, отсюда. Идем опять. Вовнутрь. А, блин, никак. Нет, да ну. Что теперь туда его, да, что мне не сыграть? Вот как. Так. А, 5. Б2. Так, так. И вот. А1. Вот это вот. Вот это. А6. Одна вверху точечка. Потом вот это вот. Потом вот это. Потом вот это. Ой. Ошибся, да? Так. Одна. Ух ты, да, красиво. А вот игра, Лили. Ты почти спасена, Танкрафт может достать кусок локти, надеюсь, он ядовитый. Потом теми томи. Так. Прям... Ага. Кажется, не все еще на своих местах. Еще бы одну такую тему найти. Кажется, на стойках должны быть пирамидки, по крайней мере, на одной. Есть. Тут уже на... Раз, два, три, на четырех есть. Решетка, ладно, с ней позже, сейчас играю. Ага, что-то то. Танкрафт, ты подлый мерзавец. Ну и что он хотел мне сказать? Положи записку вместо играли, что ему очень жаль. Ошибочка, это не от Танкрафта, это от настоятеля. Здесь сказано, что по приказу великого магистра священная реликвия была перемещена подальше, чтобы спасти ее от возможной атаки Сарацинов. Так, также упоминается, что это новое место как-то отмечено на карте. Похоже, здесь была колба с какой-то жидкостью. Так. Ладно бы с какой-то. Тут вполне явные указания на нас, какой именно жидкость.
Мне уже много чего пора собирать, по-моему. Тут, короче, должна быть такая... такое изображение. Уголь там надо будет собирать. Весами мерить. Это я все помню, то точно знаю. Он слишком старый, чтобы с ним экспериментировать. Сначала лучше выяснить комбинацию, даже следующий посетитель найдет тут два скелета. Я уже вижу. Так. Может, все-таки... Так, ничего не надо, погодите. Ага. Так. Обруч какой-то, какая-то катушка. Катушка. Обруч. Вот хрень. А где катушка по катушка? А, вот и катушка по катушка. Так. Мне, мать вашу, рецепт нужен. Я чё, блин, тут? Маг-алхимик, что ли? Я ж не знаю. Я ничего не знаю. Не, ну что? Так, погодите-ка. Точно знаю, что рецепт где-то тут должен быть. Но вот где, я не помню. Совет давайте. Ну. Мне нужны еще зацепки. Вот. Здесь говорится, что точное место может быть найдено с помощью пересечения лучей, и что мне понадобятся особые кристаллы. Угу. Первое, сначала поставить чашу туда. Потом закинуть туда вот этот сахар. Потом уголь и свеча. Целая чаша. Потом сахар. Так. Потом уголь. Так. Так. Сюда уголь. Потом. Ага, свеча. Свеча не горит. Сейчас подождем. Так. Взять кузнечный мех и раздуть огонь. Так, сахар растворился. О, как. Потом... Ой. Так, 5. А шестое что? А, шестое это... В лягушку влить 2 эссенции. Бедная лягушка. Ой. Так. И еще раз разогреть. Подождем. Из мультика про Масанию, если вы не знаете, о чем я. Так. Теперь идем наш это. Так.
А не помню, как их правильно расставлять. Единица уже играет при помощи пересечения лучей света. Вот. Фух. Шотландия, осталось только одно. Открыть замок. Надеюсь, этот символ как-то связан с ним. Так. Это. Пробую запомнить. Блин. Срамота. А, ну ясно. Такая. Блин, да я тупизм. Я, блин. Одна самая, ну, самая верхняя, две самые нижние. Одна верхняя. Где нижняя? Здесь нижняя и через одну. Я не должен быть нажатым. Вот. Ну. Теперь в Шотландию. Какое мрачное место, июль 11, 2016, аббатство. Пожалуй, лучше начать мои поиски в прошлом. Только не, это камень, он снова рассыпался. Остается надеяться, что я найду ему замену вместе с Граалем. Да. Ну ладно. О, здравствуй, дедушка, монах. Добрый день, святой отец. Я ищу священный Грааль. Возможно, вы сможете мне помочь. Я знаю, что он должен быть где-то здесь. Приветствую тебя, сын мой. Я всего лишь смиренный монах, недостойный знания о священных реликвиях. Впрочем, раньше этой землей правил рыцарь Тамплиер, именовавший себя Страж Грааля. Огромное спасибо, а где бы я мог его найти? Тут совсем рядом, сын мой, его могила справа от входа, напротив статуи. В последнее время он завел глупую привычку являться по ночам в виде призрака и пугать селян разными карами. Сейчас солнце еще только восходит, но есть один способ. Можно воспользоваться часами, которыми статуя держит в руках. Много лет назад один из братьев создал это... Священный артефакт, чтобы избавить мир от ночи и ее ужасов. Я думаю, что эти часы также могут и вызвать ее. Так. Вот и могила, собственно. Эти ветки голыми руками не возьмешь. Сомневаюсь, что здесь есть секатор. То, что на что-то острое можно найти наверняка. Подбавиться от этих кустов. Так. А там что? Похоже, тут не хватает лилий. А у меня этих лилий слишком мало, мне чуть-чуть хватает. О! Давай. Похоже на статую, о которой говорил монах, только у нее нет никаких часов.
Вот у под ней есть что-то. На, на, на. Ой. Ниша сделана какой-то штукатуркой, правда, понял? Давай решить проблему. Давай, стукай. Ну мы сейчас и здесь. Ну как это открыть? Ну, сейчас зачем? Скажи, монах. Святой отец, я нашел тайник под статуей, но теперь мне нужен от него ключ, что-то похожее на розу двух ветров. Ищущий, да, обвязчицы мой. Посмотри в подвале, там много старой рухляди, которую никто не трогал веками. Три колбы. Перо. Перо, 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 перо. Сова, дай перо. Да, свой ангелок. Метла. Вот, вот, вот с метлой вообще все хорошо. Ангелок. Хлеб нарезать можно. Чего-то ангел тут скрыт. В одной земле, кстати. Еще яблок. Вот еще яблок. Вот. Так. Здесь где-то одна из роз ветров должна быть. Я ее, если честно, не вижу. Капуста. Ой, ты какой? Капусту ему подавай. Яйцо, ну... Чё я за продукты тут ищу? Пара колодок. Вот ты знаешь, если я сейчас колодки найду... Яйцо, тарелка. Окей, попу колодки. А-а-а, одна висит. Да, это оно же? Или это что? А, не, вот колодки. Колодки с помощью колодки. Просто с помощью колодки. Такие туфли. Один ангел где-то тут должен висеть, не знаю, и лететь, или что он должен делать. А, он в клетке стоит. Так, давайте сначала найдем хлеб, потом... Так, ножик есть, хлеба нет. Есть, наверное, что я его не вижу. Так, нарезанный хлеб. Терка. Вот. Кубок. Вот. Так, петля. Боже, я же вижу петля. Колокольчик, колокольчик. Вот. Так, розу ветров взяли. Так, осталось только метла и кольцо. Не кольцо, нет. Понятно. Это все где-то здесь на виду должно быть. Хотя бы метла. Ты чё, а ты грабли? Вот метла. Ну, покажи мне. Так я же на него нажимал. А! О! А! Я уже кучу собрался, 5 штук.
ложись-ка спать. Так, погодите. Ну, предположим, одну я нашел. Где искать мне остальные? Ага, нужно правильная последовательность. Всего это сразу вспоминаешь, думаю, я вряд ли их пропущу. Все, что мне нужно, это порошок, мрамора и лунного камня, фосфор и колба. Понятно. Так, погодите. Мне компу 900 часов найти. Здесь. Точно. Так. Пах. Бум. Пам. Оно слишком крупное. Нужен порошок. А чтобы был порошок, это надо меньше использовать. Теперь мне нужен лунный камень. Церковь всегда славилась своими сокровищами. Возможно, у монаха найдется парочка. Найдется что ли парочка? Святой отец, мне нужен лунный камень. Мы не богатые, как ты можешь заметить. Таких драгоценных камней у нас нет. Впрочем, аббат сейчас жаловался на одну ворону, что свилось себе гнездо в деревьях на кладбище. Она часто была всяким сосибищем. Жаль, что я немножко не умею летать. Было бы здорово. А лестница, не знаю, есть? Что-то такое. Не знаю, стремянка какая-нибудь. Ждёшься от них, блин.
Ага. Вот оно значит что, да? Вот оно значит как. Да, вот эти-то, блин, их не так уж просто тут собрать. Вот хорошо, что вас задёрнут рядышком, а? В таких вот местах. Так, но... Так, мне еще три штуки, еще и крюк. Как? Крюк-то вот. Вот еще одна досочка. Так, мне бы еще одну хотя бы досочку отыскать. Другая найдется автоматом. С помощью кнопки подсказки, ну. Вот этот блин. Адский блин. Монах, вот ты по-любому ведь знаешь, где искать, да? Ты все знаешь. Ну, говори мне, Леди. Чего? А, вот он. Так, лестницу мы взяли. Льется, не думаю, что вороны так ревностно относятся к награбленному. Возможно, мне удастся внуть ее каким-нибудь пудом. Вот да вот. Лапки. Дедуля, у тебя яйца нету? Вот и яйцо, пожалуйста. Так. Кнопка, кнопка. Огуречник. Попка. Вот и вышел человечек. Точка, точка, огуречник. Так, там что там? Еще перья. Для хвоста, полагаю. Казалось бы. Кнопка, она вошла воткнута, правильно? Правильно. Яйцо треснутое. Вот мне вот еще треснутое, то ничего не треснуто. О! 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 Она много территории закрывает и улитку с ними к ней придачу. То есть здесь где-то улитка должна быть, я так полагаю, да? Так, это вот скрипка, так, да? Спрашивается, где у этого всего добра спучок находится? Под чем он? Не улитку мне здесь покажите. Вот она. Погоди, здесь ножницы. Кстати, вот смычок. Подкова, сковорода, одна деревянная игрушка. Кофейник. Кофейник это что? Так, груз. Где кофейник? Нет. Так. Это хоть щемонок, это действительно то, что мне нужно. Вот. Так. Две карты, то есть одна из карт тут. Лошадь. Покурим охоки, и она тоже. Лайк, кто знает, откуда эта фраза. Изумруд. Изумруд.
Блин, а вы где все попрятались? Что еще я тут не открыл? Да ладно. Да ну быть не может. О! Щит! Сыт! Сыт, щит, щит, щит. Так. Так, еще щит, вот рога. Остался либо кофейник, либо изумруд найти. И то другое скрыт. Только изумруд скрыт в чем-то. Да я даже, ребята, боюсь его предположить, в чем он скрыт. И каким нафиг образом. Если здесь его нету. Здесь его тоже нету. Кофейника среди них тоже нету. Это какой-то бред. А, вот он. Просто я не знаю, как выглядит кофейник. Лунный камень. Он мой. Так, на. На. Теперь фосфор. Я видел какие-то стеклянные туда. Думаю, можно поступить там. Можно. И как мне найти фосфор в этом бардаке? Идея. Он же свечи студентами, да? Всего лишь получится свечи. Мне так предложение, мама говорила, что больше слышно лучше чем-нибудь. Чем-нибудь зачем? А, вот типа ты кажется. Только вот Томас, ты пожалеешь то, что ты на кью это сделал. А сразу найти комбу. Похоже, придется снова спрашивать монаха. Монаха, говори. Я прошу прощения, что снова беспокою вас, но вы не знаете. Где бы я мог найти колбу для часов? Думаю, что если она здесь есть, то только там, где ты нашел розу. Но я же погасил там свечи. Кажется, в кузнице еще была лампа. Говорю, что он об этом пожалеет. Лампа, говоришь, здесь была, да? Если она здесь была, то куда она, по-моему, делась? Ага! Вот она зашла как-то. Да все. Колупой придется по-любому что-то. Так, вот это вот что такое интересно? Даже спрашивать боюсь. Что это? Спокойно с спектром, без вопросов глупых. А то в комментах понапишу, ты болван. Ты исключительный болван, ты сам это знаешь, потрясающий. Ищи теперь неведомо что. Это круглое. Типа проводов. Молодец, хорошо ищешь. Сам с собой разговаривать начал. Вот. А, пошли. Пошли вешаться. Ой.
Это какое место его воткнуть-то надо? Скажи, а? О! А! Свечи зажигать надо. А я тут думал. Опять тут, блин, корзина зерна. Вот зерно найди сначала. Куда? Так, погодите. Ты их по половине. Кадила. Кадила. Жесть. Кружка Эля. Вот кружка, а вот Эль. Помню, на Дикозападе есть такой бар Эль, называется. Бар Эль. Не спрашивайте, ребята, что это, откуда я это знаю. Просто знаю и все. Молоток, раковина. Ковш. Отдай четки. Жук. И ложка. Так, ложка, жимки для жука. Так, теперь нужно все смешать и заполнить колбу. Какие будут сейчас ингредиенты? Ну что ж, держи, моя родная. Ого, эти не ужасы упоминал монах. Да, видимо, оно будет куда интереснее. Чтобы вызвать призрака, мне нужно направить лунный свет на могилу. Надеюсь, в деревне найдется зеркало или два. Расположить так, чтобы сфокусировать лунный свет на щите, да?
только что, да. Если мне кажется, то он не указательный. О! Здравствуй, друг. Рассказывай. Доброй ночи, брат. Говорят, ты страж Грааля? Я был им когда-то, но теперь реликвия утрачена, и я не могу ничего поделать с безбожником, который ее украл. Я призрак и уже не могу поднять мой старый меч. Если бы я обрел лунный меч, то этот вор не смог бы так легко уйти от гнева Господня. Но местные слишком напуганы, чтобы помочь. Я помогу тебе в обмен на информацию. Я хочу знать, что за... Я хочу узнать, кто забрал Грааль и где он сейчас. Если ты принесешь мне лунный меч, я скажу тебе, можно перековать мои старые доспехи, делать это нужно в лучах луны, нагревая его в пламени ада. Глаза демона укажут тебе место, где покоятся мои доспехи. Чтобы открыть глаза демону, окропи и щади святой водой. Если святой, которого я здесь видел, монах, думаю, он сможет помочь. Если не призрак. Святой отец, мне нужна святая вода. Это бесполезно, сын мой. Призрака ей не сгонишь. Мы пробовали, но если она нужна, тебе принеси воды, и я ее насыщу. Я ее освещу. А в кузнице должна была быть вода для закалки. Но она там есть. Спасибо, святой отец. Как? Успехи явно здесь. Думаю, лучше нужно отразить. Вы сошли с ума? А я его отражать-то буду. Чё? Ага. Так, хворост. Зеркало. Так. Вот что хвост где-то тут нужно расположить. Лишь мне придется просто так вот сюда их класть. Потрясающе. Так. Так вот опять ты почти взять. У меня есть хворост. Так. Что же делать-то? Эх, дырявая башка, не помнишь, ты не жита.
Круто. Шмель, мотыга. Мотыгу я нашел. Ой, кстати, маска. Мандарина. Рыба. О, солнце, кстати. Одна игра на кость. Где вторая, спрашивается? Здесь? Ступка есть. А вот и песик от нее. Рожок, клетка. И что не закрывается, значит где-то это все здесь находится. Так. Есть вот где-то здесь находится. А, ну вот. Сумка. Так, вот рыба. Сумка. Рыцарь. Курильница, что такое? Кошка разве? Угу. Тебе сразу же шмель и клещи. Что я найду первым? Клещ или шмея? Клещ. А шмея получается очень маленький. Ох ты. О, мотыга сейчас. Они в неплохом состоянии. Этого должно хватить. Ну что, днём надо, что ли? Он сказал, при лунный свет, там что-то все дела. Так. Погодите-ка. А не. Глупая идея была. Thank you.
Так, погодите. Дайте подумать. Свечу взять нельзя. Ага. Так. Курица явно давно не пользуюсь, что-то не так с дымоходом. Ход забит. Так. Надо раздуть огонь посильнее. Ох ты. Ты говоришь, что здесь нужно что-то разрезать? Так. Так. Еще один груз. Какая-то круглая фигня. И еще один груз. Круглая фигня. А. Вот. Груз. Еще один груз. Где он? Где-то он должен тут быть. Да я его что-то не вижу нигде пока что. Офигеть. Так. Это что такое? Так, осталось только лунный свет. Возвращайся к цветам. Так.
Терпение, друг мой, смерть от старости тебе уже не грозит, так что пару-тройку стоит, и ты вполне можешь подождать. Я уже устал ждать. Подождите пару сек. Просто свет из окна. Это. Отсвечивает, ничего не видно. Так. Так. Вот так. Ну да, я тоже. Так. Меч, благодарю тебя. Теперь твоя очередь, скажи мне, кто взял Грааль и где он сейчас? Грааль взял высокий блондин с черным ботинком. Я больше не чувствую присутствия Грааля на земле. Думаю, что это не человек, а еще не ада, посланная, чтобы уничтожить священную реликвию. Я найду его и уничтожу, но создал еще дьявол существа, способного спрятаться от ярости тамплиера. Не создал еще дьявол существа, чтобы спрятаться от ярости тамплиера. Я буду преследовать его, даже если это нечестивое место Юкатан. Укрыто за краем мира, ему не избежать кары божьей. Ну-ну. Юкатан? Мексика? В это время я доберусь до него, уже сам став призраком. Мне нужно найти камень для кольца. Да благословит тебя Господь, Сын мой, и ты избавил нас от этого богомерзкого призрака. Надеюсь, теперь и вы сможете мне помочь. Мне нужен особый камень, о котором я и сам почти ничего не знаю. Тем не менее, я видел странный щит на кладбище. У него еще не хватает части орнамента. Вы не знаете, где я могу найти недостающие? Мне жаль, Сын мой, но если их нету в подвале, то я сомневаюсь, что они вообще существуют. Пожалуй, стоит более тщательно обыскать его с их линзой. Блин. Так. Так.
О, как все хорошо тут. Четкий. А вот, кстати, одна серебряная монета. Свет где-то спрятан. Ящики, часы. Колокольчик. Распятие. Зажим. Все-таки здесь. Просвет. Зажим, я помню, что это под первого не было, наконец. Надеюсь, что камень из этих штамм, иначе придется искать викингов. Говорят, что они открыли Америку, а Колумб вообще просто заблудился. Ну да. Он прав в чем-то. Круто. Да, теперь я могу попасть в Мексику в будущем. Нелли, держись, я уже иду. Так. Точки пересечения находятся здесь и здесь. Основное питание придет тут. Запомнила? Да, можно провести аварийное питание через 27-12 Майлон, Мексика. Интересно, о чем они говорят? Слишком далеко не разобрать. Он не выглядит как заложник. Как он про... Ну, ей мозги. Держись, сестренка, я спасу тебя. Похоже, дети приносят жертву идолу еду. Это что, помидоры? Нелли, играя. Так, он меня заметит, если бы я мог как-то отвлечь его. Да.
Напомню тебя, ты страж Граля. Видишь Шотландии. Ты все-таки добрался сюда? Да ты перекал мой меч 7 веков назад. Этот подлый бор заманил меня в ловушку. Теперь какое-то до смешного простое заклятие держит меня здесь. Освободи меня. Ладно, я посмотрю, что можно сделать. Извините, ребята. Так. Ну, проблема здесь. Осталось только избавиться от кладки. Так. Собственно, где, собственно, утюг там, не знаю. А, вот он. Утюг остался как молоток отыскать. Вот он. Так. Выходит, что мне нужно дать идолу ближний меч, чтобы развеять заклятие. Ах, вот оно, это заклятие, я вижу его. Так. Так. Ужас какой-то. Ой. Так. Остался только вот тут хрень. Иди отсюда. Так.
Так. Если я хочу восстановить идеал, его придется окрасить соответствующим образом. Одна из пяти только? Две из пяти? Три из пяти уже. Четыре из пяти. Пять из пяти. И поиск предметов у нас с вами. Потом. Вот диски. Монтировка. Кувалда. Серп. Нож. Кисть. Надо ключ от этого замка найти. Еще быть не можно этот ключ. Молока связи где заншат. Так. Вот молокас, кстати. Штопор. Противогаз. Одно домино. Мастерок. Вот с банком не все так просто. А вот он банк. Сандали вот. Только одно домино найти и ключ. А вот, кстати, ключ. Доминошка где? Офигеть. Так.
Вроде бы все. Да, я снова могу двигаться. Я видел Вора, но не могу подобраться к нему, чтобы забрать Грааль и убить его. Должен отвлечь его. Но как? У тебя есть сила путешествовать во времени, ее природа мне не ясна, но ты можешь создать путь к его подземной мастерской в прошлом. Я отправился туда в настоящем. Я буду ждать. Ну жди, жди. Кстати. Надо от этого вот найти ручку. А, ну да. Прав. Сок надо во что-то налить. А, блин, я дурак. Бабам. Что там? А. Вот, вот. Ага. Угу. Бита? Нет, здесь не динамика. А вот динамит. Дрель. Фантик. Слона. Такая лента. Вилы. Щетка.
Вилка где обычная? И все нормально. Ну вот перчатки, да? Перчатка. Вот пропеллер. Веник. Мяч. Костыль. 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 Воронка. Все в вилку упирается. Что за несправедливость такая? Вот ищите период по всей локации, эту вилку бедную. Вилка. Твою ж медь, я же знаю, что ты где-то тут. Рядом. А-а-а. Да. Покажи мне вилку. Спасибо. Ну да. Ага, я помню эту тему. Короче, надо сделать так. Чтобы зачки совпадали. Так, ладно. Кто тогда здесь не совпадает? Вот та зеленая лапа, да? Красный орел не подходит. Другой может красный орел подойдет. Нет. Это синяя лапа. Здесь тоже две штука. Нет, гребешок синий. Нет. Может это розовая хрень? Слово только одна. Ага. Это фиолетовая. И здесь вон две штука. А, они нет. Не фиолетовая, точно. Может, значит, и это не совпадает. Может, вот это вот? Подожди.
Тебя решать-то. Так я ж проверил, на всех. Они никак не совпадут, если они совершенно разные всегда. В любом случае они разные будут. Я эту землю на ногу поставлю. Ничего не произойдет. Как и здесь тоже. Сейчас ничего не совпадет. Если я поставлю вот так, то тут вот так вот не совпадет. Я эту фигню сюда поставлю тоже, ни черта не совпадает. В чем разница их так или так вращать? Так они совершенно разные. И так и так. Подождите, а смысл тогда вращать то в одну, то в другую сторону? Так. Я ни черта не понял, короче, ребят. Если, ребята, получится. Вот, я сделал. Вот. Погодите-ка, пару сек. Продолжаем. Фух. Ну как это сделать? Вот так сложно было. Я уж не знаю, как мне это удалось сделать, но тем не менее у меня получилось сделать. Я что-то здесь могу найти. Ага. Вот. Нашел какую-то хрень. Даже не могу. А что если я так знал? Ведьмаге нужно поставить второй початок. О. А, кажется, это древняя архитектура чертежей. Кольца отличные места для колодцев и ягод играют роль проходов. Ага. Во! Так. Круто.
Так. Где эта птица, блин? Ладно. Это вот фигурка. Изображение то ли какой-то птицы, то ли еще что-то. Только я не вижу нигде. Так я же вроде нажимал на нее. Разве? О! Так. 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 Мне нравится в будущем, скорее посмотрим, исполнение или больше моей воли. Поселение и мир придется отвечать на заказ, сломали бы что-нибудь, в колодце, пускай помучается. Сработало, теперь я могу добраться до механизма Таттенкрафта. Нужна веревка, чтобы спуститься вниз. Ой, блин, опять колупки тут все это вот. Какие мешок-то этот? А, вот. Вот оно как, значит, спускаешься, значит, вниз. Ладно. Так. Так. Блин. Если бы сейчас солнце бы так не светило. Вот. Вот. Еще бы ключ найти или это кольцо. Или что это, если не кольцо. Так. Видите, ребята, то, что я не вижу, потому что солнце отсвечивает. Не получается нифига. Теперь ключ вот, не знаю, где искать. Вы бы это стрим, я бы вас спросил, где ключ.
Вы наверняка уже знаете, где он. А я вот думаю теперь, где его искать? Как его искать? Вообще не понимаю. Ладно, ребят, я поищу пока подсказку, да, пацаны, мне идут, значит, воспользуюсь подсказкой. А не знаю, где его искать. Вот из-за того, что солнце не слышно, ничего не будет. Как много электричества, времени, много воды. Ребят, эту штуку, главное оказаться подальше, когда все рванет. Точно, детонатор с хмельчим приводом. Я поставлю банку с водой на тележку, а хомяк буксирует ее к краю полки. Это как-то определенно какая-то страсть к хомякам. Надеюсь, этот останется здесь. И одним-то цвет погода. Она в сейфе. Заперто. Зачем заперли колесо для хомяка в сейф? Оно из золота. О-о-о! Сейчас, подождите, да, секунду. Так. Улучшаем. Угу. Так. Компас. Два груза еще надо найти. Так, еще что-нибудь есть? Еще что-нибудь? Он закрывает? Нет? Это какая-то... А, катушка, да. Череп же. Реакция. А, нужно что-то тут отдалить. Так, помогаю. Так. Вентилятор. Сказка такой мост. Ничего себе, вентилятор, вот он так. Рукопись. Так, песочные часы. Это надо каска. Наручники еще где-то висеть должны. Или лежать, я уж не знаю. Вот эти отмычки. Вот микроскоп. Сварочная маска. Рация, рация. А, вот она, рация. Уже пришла реакция какая-то. Наручники, детонатор. А вот детонатор.
Наручники, вот. Это может пригодиться, да, может. Опять же запирать колесо верхняка в сейф. Оно из золота. Чтобы создать краткозадание. Так. А, вот так. Конечно, у меня там подбор не все действует. Но надо действовать аккуратненько. Вот так. Ух ты. Сколько там всего надо? Я даже здесь не вижу это. Ах, ну вот. А вот он не пишется. Ребята, здесь немножко устали, можете остановить видео и это отдохнуть. Блин. Где оно? Еще ключ, колесо и молоток. Нет, ты ключ нашли, только колесо и молоток. Так. Ну где это заполученное колесо? Ну да. Так. Чего, надеюсь, это займет его на какое-то время. Пора списать медленно. Крафт ушел, надеюсь, он не прекратит с собой сестренку. В любом случае, игра теперь мой, заодно я сломаю его машину. Смотрю, как он теперь запоет.
Граль мой, зовите меня Галхад, сэр Галхад. Значит, теперь пора искать Нелли. Нелли, бежим, пока Донкрап занят. Я сломал его машину. И... дурак. Он спасает мир. Ты слышал о пророчестве? Да, но... почему ты всегда сначала ломаешь, потом думаешь? Слушай внимательно, я поговорю со Стефаном. А ты найди способ открыть этот люк. Но Нелл, Стефан? С каких пор... она называет его по имени. Ну как это люк, я подозреваю. У меня же есть вот это вот. Еще одна плиточка маленькая. А вот она. Теперь нужно их поставить в правильном порядке. А, не здесь. Да, ну, подождите. Полый квадрат. Вот этот. Потом вот этот. Следовательно, вот этот. Так, это правильно стоит. И это правильно стоит. Круто. Так, это вот сюда. Вот сюда. Так. Так, получается, такие квадраты должны стоять. Это получается здесь, по сути. Не знаю, что правильно понял. Вот. Никогда бы не подумал, что древние дети способны построить что-то подобное. Просто стоит поехать вместе с ними в следующую экспедицию. Я разобрался с этой плитой, ты знаешь? Там такая... Кажется, будь добр, спустись в колодец. Найди коробку, забери в нее инструмент и принеси сюда. Хорошо. Так. Так. Ага. Так. Так.
Окей. Ах ты нах. Это вот. Вот это вот. Что за ведро? А что за меня здесь вижу? А, вот он. Так. Раз помести грач, то вы... Где он? Я его взял на всякий случай. Довольно. Не станете играть, все вопросы потом. Вы, священный Грааль, никогда не достанется таким, как вы. Эй, мы тут мир пытаемся спасти, или что-то вроде. Ты заодно с ними лжец. Мистер, если вам угодно, вы можете проверить все сами. Вы можете использовать эту машину и переместиться в будущее. Вы увидите то, что произойдет своими глазами. Он не может. Я сломал ее, я же говорил. Так почини ее, запускай часть там же, где и остальные инструменты. Опять мы здесь. Еще масленка. Масленка. Вот масленка. Ботинки. Кстати, тетку забыл взять еще. Так. Насос. Голова. Крюк. Вот бы где он. А вот крюк. Так. Так. Ножницы. Пишущая машинка. Предохранители. Колесо. Одна пила. Вот, кстати, еще одна пружина. Кувшин. Он здесь еще не перекрывается. Не перекрывается. А вот он. Это может пригодиться. Готово. Я проверю все сам, но если вы возьмете, я вернусь, я обрушу на вас кару небесную за предательство. Ерес, это мы еще посмотрим. Давай, посмотри. Если ты все равно собираешься вернуться, то отправляйся. Что за захочешь, можешь сказать потом.
И как будет теперь зачисляться в ближний космос? Я не утверждаю, что этот кусок способен уничтожить величайшее творение Господа нашего. Не верю! О нет! Этого не может быть! Я... Простите меня, прошу вас, возьмите Грааль и остановите! Я этим не занят. Кто-нибудь, поставьте уже наконец эту чашу на место! Чашку. Томми, пожалуйста, поторопись! Июль 27, 2012, ближний космос. Мы сделали это, никогда бы не подумал, что древние дети могли построить такую штуку. Бабушка, камень ведь не упадет у нас, правда? Нет, малышка, ведь Том и Нелли спасли мир. А что с ними случится потом? А с Утенкрафтом? Ну, пожалуйста. Об этом я расскажу, об этом в следующий раз. А сейчас кому-то пора спать. Утенкрафт. Ну что ж, ребята, вот так и закончилась игра Легенды 4. Надеюсь, я слишком утомил. Ну, мы ее прошли, тем не менее, закончили ее. Как обычно, такие игры я люблю. И теперь они у меня на обоих каналах. Ну, а вам, ребята, еще хочу сказать, так это не забудьте, что в Diablo 3 набирается народ, игрок Spectrum. Не забудьте подписаться на мою группу, проголосовать, пишите мне, за какие игры вы хотите на моем, на моих каналах, особенно пожалуйста, Дэнди, Сега, Флэш, Босс, Нес игры. Также да, канал Автомата Мэй. Также пишите, какие игры вы хотите видеть от моего друга, особенно пожалуйста, Дэнди, Сега и Флэш. И какие игры, чтобы мы с ним на ВМ сыграли. Сколько времени ожидать еще несколько игр. Там на самих сборах с вами и так далее. Ну что ж, ребята, если вы хотите поддержать канал немножечко материально, в компании к вашим услугам, а также... Ну все, наверное, ребята. Да, я уже сказал. Да? Так что, ребята, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь видео во всех соцсетях. С вами был Пектор, до встречи и пока. Увидимся в следующем раз в очень-очень скоро. Я вообще. Пока.